Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам все мои рисунки для мамы. Я очень прошу вас подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А также ставьте лайк, если вам понравится это видео, и пишите хотя бы несколько комментариев. Этим вы поможете моему каналу развиваться быстрее. Плейлист с рисунками для мамы я оставлю в описании к видео. Вот такое красивое сердце для мамы. Друзья, обязательно рисуйте для своих мам, я уверена, им будет очень-очень приятно. Вот такой милый рисунок нарисован простым карандашом. Маленькая ножка в маминой руке. Вот так можно красиво написать самое главное слово в мире – «мама». Также для мамы можно нарисовать вот такие цветы. Это очень простой и милый рисунок для мамы простым карандашом. Я уверена, нарисовать сможет каждый. Вот такое сердечко в руках. Я люблю маму. Еще один очень красивый рисунок. Это рисунок простым карандашом мамы с детьми. Еще одно очень нежное и милое сердечко для мамы. А это мама с сыночком, тоже очень простой рисунок. Мама с доченькой на руках. Рисунок простым карандашом. Вы только посмотрите, еще один такой же рисунок. Не всегда удается для вас заснять видео с первого раза. Иногда мой телефон меня подводит, и мне приходится рисовать снова. Можете нажать на паузу и посмотреть, что рисунки все же отличаются. Попробуйте угадать, какой рисунок был нарисован первым, и напишите в комментарии. Мне очень интересно. Вот такой рисунок. Мама с доченькой в красивых платьях. А вот это очень простой рисунок. Давайте не будем забывать и про наших бабушек. Обязательно радуйте их своими рисунками. Вот этих милых лисичек тоже можно нарисовать своей маме. Мама заплетает доченьку. Мне очень нравится этот рисунок. От этого рисунка веет теплом и заботой от наших мам. Вот такой милый котик. Букет тюльпанов. Силуэт мамы и доченьки на фоне красивого неба. Вот такой рисунок. Этот рисунок мне тоже очень-очень нравится. Мама и доченька принцессы, всем советую нарисовать. Рисунок несложный, понадобится только простой карандаш. Еще один букет цветов. Мама с доченькой держат друг друга за руки в очень красивых платьях. Посмотрите, какой классный и очень простой рисунок. Силуэт мамы, кошки и котенка. Посмотрите, какой интересный рисунок. Напишите в комментариях, а что вы видите здесь? Этот рисунок я рисовала, не отрывая маркер от бумаги. Еще один рисунок моей любимой маме. И вот такая розочка в милом кавайном стиле. Милый кавайный тортик.
можно подарить маме на день рождения. Вот такой рисунок. Вот такая розочка. И такой милый подарок. Вот такой милый ангелочек у мамы на руке. Вот такие пандочки. Мама держит малыша на руках. Тортик в кавайном стиле также можно подарить маме на день рождения. И еще один. Вот такой рисунок. Это рисунок обычным черным маркером. Букет цветов. Вот такой милый зайчик с шариками. И последний рисунок нарисован черным маркером в стиле тату. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравились эти рисунки. Если да, то жмите лайк. Не забудьте подписаться. Так вы не пропустите мои новые рисунки. Впереди вас ждет много интересного. До новых встреч!